Накануне мы рассказывали о передаче региональным отделением ОНФ автомобиля нашим десантникам, которые сражаются в зоне СВО. И вот буквально на следующий день наша съемочная группа стала свидетелем вручения еще одного авто, на этот раз для наших фронтовых медиков. Уже через считанные дни этот УАЗик, или как его в народе называют, буханка, окажется на передовой. Как и многие его собратья здесь, в тылу, там он будет выполнять функции медицинского автомобиля. Такое средство эвакуации, как ни странно, оно самое востребованное. Это действительно так. Никакая броня с передка не вытащит. А вот эти маленькие машинки вывозят парней наших и спасают им жизнь. Это уже не первый УАЗик, переданный на фронт волонтерским штабом «Помощь Донбассу». Неудивительно, что уже появилась одна милая традиция, которую соблюдут и на сей раз. Каждый купленный автомобиль мы как-то называем, да, присваиваем ему имя. А это происходит с помощью всеобщего голосования в нашей группе, в которой состоит 4 с лишним тысячи человек. И вот данному автомобилю, так как он будет принадлежать доктору, назвали его «Док». На передовую УАЗик «Док», ведомый лично доктором, поедет не порожняком. Тут же его, что называется, доверху забили всевозможным грузом на общую сумму около 500 000 рублей, которую пожертвовали тверские предприниматели. Различные автозапчасти в ассортименте, о которых они попросили, диски для колес, ну и, соответственно, сами колеса. Тем временем волонтерский штаб «Помощь Донбассу» продолжает свою работу. Ведь пожертвования поступают постоянно. А значит, столь необходимые на фронте грузы будут отправляться и впредь в зону СВО.